Президент Касым-Жомарт Токаев дал старт празднованиям в честь дня рождения столицы Казахстана. Нур-Султан отмечает 21-й день рождения. Наш корреспондент Гульмира Жанзакова сейчас находится на площади государственных символов. Здравствуйте, Олеся. По традиции марафон мероприятий начался с поднятия самого крупного флага республики. Отмечу, и 9-го по величине в мире. Госсимвол установлен практически в центре столицы, на территории этномемориального комплекса «Атамикен». На высоту 111 метров водрузили полотно площадью 450 квадратных метров. Небесно-голубой флаг, который виден с любой точки города, олицетворяет свободу и символ независимого Казахстана. Офицерских погон. В церемонии принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он поздравил всех соотечественников с предстоящим днем столицы. Наша столица стала зримым воплощением успеха казахстанской модели развития. Это стало достойной оценкой исторических заслуг Елбасы в объединении наций и построении нашей государственности. Сегодня флаг Казахстана знают во всем мире как символ миролюбивой и взвешенной политики. Отмечают праздник в Нур-Султане несколько дней. Хотя официально в календаре он отмечен 6 июля, в республике по этому случаю выходной. Это уже любимый праздник не только жителей города, но и всех казахстанцев. Яркие праздничные концерты, шоу, выставки и другие события на любой вкус ждут всех гостей в ближайшие несколько дней. Запланировано около 100 мероприятий, 73 из которых будут бесплатными. Олеся. Спасибо. На прямой связи со студией был наш корреспондент Гульмира Жанзакова. Я напомню, в Казахстане начался марафон празднования Дня столицы.